Цивильской школе номер 1 прошел заключительный отбор школьников на ЧУВГУГОЛ. Именно в таком произношении. Это специальный проект Чувашского госуниверситета имени Ульянова на предстоящие осенние каникулы. ЧУВГУ – сокращенное название университета. А ГУГОЛ – это математический термин, означающий единицу со 100 нулями. Проект ЧУВГУГОЛ станет одним из первых в стране в рамках программы «Кампус молодежных инноваций» национального проекта образования и нацпрограммы «Цифровая экономика». Победители отборочной олимпиады, которая состоит из заданий по физике, математике и информатике, в осенние каникулы соберутся на базе загородного лагеря «Солнышко» на профильную смену. Их ждут мастер-классы по программированию, 3D-моделированию и другим направлениям, насыщенная научная и культурная программы. С детьми будут заниматься наши преподаватели, будут заниматься ведущие главные специалисты предприятия, а также приглашенные федеральные эксперты. Ну, например, заведующие кафедрой Московского государственного университета имени Ломоносова, известный писатель-фантаст из Петербурга. В рамках нашей профильной смены мы запланировали посещение предприятий партнеров, чтобы ребята действительно увидели, какое у нас сейчас производство, что у нас есть в республике предприятия, которые конкурируют именно с мировыми лидерами, и поняли, что они могут в дальнейшем построить свою судьбу и карьеру на базе этих предприятий. Отбор среди учеников 8-11 классов проходил во всех муниципалитетах республики. В ближайшее время подведут итоги и выберут 300 лучших. Они станут участниками смены.